Чечевица относится к семейству бобовых, эта культура очень популярна в Греции. Предлагаю рецепт отличного супа из красной чечевицы. Блюдо простое, сытное, полезное и очень вкусное. Берите на заметку. Греческий суп из чечевицы готовится очень просто и быстро. Чечевица подойдет любая, только учтите, что желтая и красная разваривается быстрее других сортов. Томатный морс можно заменить измельченным помидором, томатной пастой. Суп получается густой, сытный и вкусный. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте ингредиенты для приготовления супа. Лук и морковь очистите, помойте, нарежьте мелко и выложите в сковороду с растительным маслом. Поджарьте овощи до прозрачности лука. В кастрюлю налейте бульон и выложите лук с морковью, варите 5-6 минут. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. После добавьте чечевицу, которую нужно предварительно помыть. Суп посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и нарезанный чеснок. Выложите томатный морс или измельченный помидор, подойдет также томатная паста. Варите суп до готовности всех ингредиентов, в конце приготовления добавьте нарезанный шпинат. Греческий суп с чечевицей готов, подавайте на обед. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Чечевица красная, 200 грамм. Лук репчатый, 1 штука. Морковь, 1 штука. Томатный морс, 2 столовые ложки, или свежий помидор, томатная паста. Чеснок, 1 зубчик. Шпинат, 50 грамм. Бульон куриный, 700 миллилитров. Растительное масло, 30 миллилитров. Соль, по вкусу. Перец черный молотый, по вкусу. Лавровый лист, 1 штука. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем добра, заходите еще.